Всем привет, вы на канале Twinkie Time. Мы продолжаем проходить Coffee Talk. Ага, довольно безумная. Можно посмотреть вообще диалоги? Рэйчел, желаю вашему отцу скорейшего восстановления. А, да, к нам приходила эта девочка, которая поет про своего отца. А тут уже сидят Джордж и Фрея. Окей. Ладно, мне нужно работать. Выходные выдались странные. В целом в округе пока все в порядке. Но не снижайте бдительности, ладно? Так точно. Спасибо, что проведали Джорджа. Ладно, пойду. Фрея, тоже уходишь? Вряд ли. Я достаточно хорошо отдохнула, а у меня еще куча ненаписанного материала. Еще не устала? Определенно нет. Вообще, я думаю, что уже сегодня все доделаю. Ладно, тогда не буду отвлекать. Отвлекай на здоровье. Если бы не ты и не твоя кофейня, все это затеи с книгой бы и не было. Так что спасибо. Тебе спасибо. Давай закончим болтать по пустякам. Тебе нужно работать над книгой. Приступаю, шеф. Ок. Сироп от кашля. Лекарство от больного горла. Понятно. Короче, я не знаю, у меня периодически на глазу появляется какая-то аллергия. Я не знаю, на что. Типа, я подумала, что это на косметику, но нет. Я проверила все, и 2 недели спустя. И при этом, типа, в другое время, в одно время, когда я пользуюсь этой же самой косметикой, все нормально, а в другое, типа, нет, это было бы странно. Поэтому я не думаю, что на это. А на что, я понятия не имею. Он просто начинает чесаться и краснеть, и немножко странный. Так. Все больше женщин открыто заявляют о лжи Хагена Рассера. Возможная вспышка герпеса на фестивале Коучелла. Фестиваль Коучелла вызвал существенное увеличение потока туристов в Сиэтлу. Блин. О, привет. Привет. Наконец-то пришла. Всем привет. Кто-то сегодня радостная. Естественно. Значит, все одобрили. Мы очень за тебя рады. Поздравляю. Боже мой. Вы понимаете, насколько я счастлива? Судя по выражению лица, думаю, где-то между невероятно и безумно. Чертовски верно. С ума сойти, с ума сойти. И что тебе сказали? Если честно, сам сюжет их не очень-то впечатлил. История с грустным концом, значит. Как-то так. Но мне уже наплевать, лишь бы опубликовали. Кстати говоря, за историей. Вечерняя молва, получается. Это что? Это последнее? Подожди, мы что, заканчиваем? А я не планировала заканчивать. Ну, в смысле, я-то планировала, но не в этой серии, потому что у меня время, страсти приехали. Ладно, спасибо. Ваш ознакомительный период завершился. Вам понравилось? Если да, обязательно подписывайтесь на книгу истории всего за $5 в месяц. Вы также можете оформить премиум подписку всего за $10 в месяц, получить доступ сразу ко всему. Оформляя подписку, вы помогаете развиваться в качественной, беспристрастной журналистке, а также поддерживать авторов. Кстати говоря, раз уж зашла речь о подписке, напоминаю, что на мой канал тоже можно кинуть подписку. Она совершенно недорогая, и этим вы поддержите, собственно говоря, меня очень сильно. И да, ну, это так, это так. Чтоб знали. Лишь бы опубликовали, меня все устроит. Впрочем, что бы дальше ни произошло, можно чуть сбавить обороты. У меня есть год, чтобы все дописать. Плюс каждый месяц будет разбор полетов. Довольно профессиональный подход. Естественно. Не зря не самый крупный издатель в округе. Ладно, давай лучше про тебя. Как дела в кофейне? Все, отлично. В последнее время много новых посетителей заглядывает. Ну и без старых знакомых тоже никуда. Слыхала, Хайт вернулся из Кореи. Ага. Прихватил с собой подарки. Для меня не нашлось чего-нибудь? Точно не скажу, но он обронил, что всегда дарит подарки лично в руки. Пользуется старым добрым методом, значит. А вы как? Все супер. Кажется, мы не виделись с начала вашего небольшого отпуска. Ага, мы решили сходить на Коучеллу. Ого. Там творилось черти что. Да, нас хватило на 3 часа. А дальше куда? В конце концов, мы добрались до порта Таунсенда. И как? Мне понравилось. Я думала, что исторические экскурсии — это скучно. А, да. Акви, я видела твою новую аватарку. Вы с Миртулсом на ней такие милые. Но.
Спасибо. А мне покажите, там есть? Есть? Тут есть аватарка новая? О, реально есть. А, нет. Нет. Аквия, это не Аквия, это мир. А, вот Аквия. Реально, смотри, новая аватарка. Ой, как мило. А, блин, как мило выглядит. Прикинь. Реально мило. Прикольно, прикольно. А может, еще у кого-то изменилось? Нил, кстати, про Нила. Он вообще потерялся куда-то. Да, мне очень интересно, что там с Нилом. Вообще-то. А это вы на отдыхе сняли? Нет, на Максе. Там была такая японская фотокабинка, и я уговорила Миртл сделать совместное фото. Ты тоже там была, Миртл? Ага. Я чуток выручила ее со стендом. Спасибо. Не обязательно постоянно меня благодарить. Кстати, Нила кто-нибудь видел? Вот, и я об этом. Нет. Я нет. Он отправил две открытки. Правда? Ага. Одна с Каучелы. Это ведь не так далеко было. Зачем открытку? Кто его знает? А вторую? Из Нью-Йорка. Чё? Зачем в Нью-Йорк поехал? Не в курсе. Может, по своему заданию? Ага, наверное. Там у него побольше шансов. Ладно, мы пойдем. О, да ну. Уже? Мы тут кучу времени просидели еще до твоего прихода. Завтра нам на работу. Справедливо. Ладно, берегите себя. Успехов с Романом. Спасибо. Увидимся. Да-да, давайте, давайте, блин. Ну, а, мило. Мило. Реально мило. Верните Нила, пожалуйста, хочу узнать, что там у него. Они выглядят счастливее, чем в нашу первую встречу. Определенно. Не каждый вот так вот внезапно встретит кого-то. С кем ему будет так же легко и приятно. Ага. Ладно, сменим тему. Я надеюсь, не очень темно. Я просто не хочу скрывать игру, если скрою, будет черный экран. А зачем это нам? А нам это не надо. Бейлис, прости, если показалось, что я не обращаю на тебя внимания. Все нормально. Нисколько не кажется. Ты сегодня один? Нет, жду, пока придет Луя. У нее что-то там по работе. Так поздно. Ага. Она уже несколько дней работает сверхурочно. Как у вас дела? Замечательно. Более того, спустя 10 лет отношений наконец-то начинается. Начиная с следующего месяца мы будем жить вместе. Ого, поздравляю. Но разве Луя не живет с соседкой? Мы переезжаем. Ее недавно повысили. Ее компания выделила ей квартиру. О, должно быть, она там далеко не последнее место занимает. Ну, зарабатывает она определенно больше, чем я. Это не так уж сложно, Бейлис. Не обижай коллегу-фрилансера. А вот она. Бейлис, прости, пожалуйста, я думала, что освобожусь раньше. Не ожидала, что не успею. Дорогая, ой, как мило. Ничего страшного. Рэй и Валори помогли мне скрасить вечер, пока тебя не было. А, привет. Простите, что ворвалась и не поздоровалась. Как у вас дела? Замечательно, конечно. Но не так замечательно, как у вас, голубков. Ты уже все рассказал? Только про переезд. Как вы уже поняли, со следующего месяца мы живем вместе. А где? Недалеко. В смысле, все за счет компании, поэтому они решили сократить мои расходы на транспорт по максимуму. Заботятся. То есть, им не нужно будет компенсировать затраты на такси, когда я буду работать сверхурочно. А, да, это тоже. Ну и теперь мы сможем заходить сюда почаще. Это да. Мы вам многим обязаны. Не стоит. У меня к вам вопрос. Задавай. Если я правильно помню, ты собиралась познакомить Бейлиса со своими родителями. Как все прошло? Да. По крайней мере, он меня не убил. Папа был не против, чтобы ты с нами пообедал. А он такой редко. Знаю. И, по крайней мере, они не сказали нет. Думаю, это уже немаловажно. Хорошее начало. Да, определенно хорошее. Ладно, Бейлис, нам нужно идти. Иначе мы снова опоздаем к началу. Куда-то собираетесь? Ага, хотели посмотреть ночной показ цельнометаллической борьбы. Не знала, что тебе нравится ЦМБ. Мне не особо, но вот он просто фанатеет. Тебе всегда нравилось смотреть, как я в нее играю. Мне нравилось смотреть за тобой, не за игрой. Жаль, что я не познакомила тебя с Миртл, Бейлис. Она работала над игрой. Правда? О, надо почаще сюда заходить. Наверняка как-нибудь ее тут встречу. Наверняка. Ладно, идите уже, голубки. Иначе фильм пропустите. Еще увидимся. Да, всем до свидания. Верните Нила, говорю. Я хочу посмотреть, как у него дела. Ушли. Я так рада за них. Им еще многое предстоит.
наверняка на их пути будет куча испытаний, но они не сдаются. И как будешь описывать их историю? Как есть. Она прекрасна сама по себе. Драмы в ней достаточно. Можно сказать и так. Теперь... Чего ты на меня так смотришь? Я так ничего и не слышала об остальных. Как у них дела? Тебя тут всего лишь 10 дней не было. Думаешь, расскажу что-нибудь невероятное? Да брось, что было бы с моим черновиком, если бы не они? Ну, ладно. Есть парочка новостей. С чего начнем? Ага, вот так вот. Угу. Что такое? Луя теперь живет неподалеку, так что частенько заглядывает в кофейню. В прошлый раз они с Беллисом обсуждали банкеты и различные места. Айд вернулся из Кореи и привез с собой подарки, как обычные, так и довольно своеобразные. Он упомянул, что думает вернуться в Сиэтл, если ему позволит руководство. Аквия продолжает работать в университете. Она все так же трудится над небольшими инди-играми, но уже не в одиночку. Нил. Он почти никак о себе не напоминает, разве что послал мне 2 открытки. Рэйчел вновь на студии, готовится к записи первого сольного альбома. Ее новый менеджер попал на первые полосы газеты как легенда, вернувшаяся в индустрию, то есть ее отец, если кто-то не помнит. И, наконец, Фрея. Она дописала свою книгу, опубликовалась и провела несколько автограф-сессий. К сожалению, продажи книги оставили желать лучшего. Она все так же заглядывает в кофейню, потихоньку фрилансит. Я не дочитала. Я не дочитала, поэтому поставьте паузу, дочитайте. Ну, блин. Нажала любую клавишу. Что-то еще будет? Опа. Опа! Добро пожаловать! Ты кто? Привет, Валери. Это Нил? Добрый вечер. Мы знакомы? Не припоминаю вас здесь. Конечно, знакомы. Вообще-то я здесь даже работал. Это Нил! Стоп. Быть не может. Это вправду вы? Сколько времени прошло? Вы изменились, пожалуй, слишком. Я научился многому... о жизни бок о бок с землянами. Блин, серьезно. Значит, вы провернули? И не раз. Что? Бля. Тогда к чему такой вид? Пытаюсь слиться с толпой. Похоже, за мной охотятся. Кстати, сюда и вправду заходил какой-то человек и искал вас. Когда? Вскоре после того, как вы взглянули во второй раз. Лысый парень в костюме? Да, агент из ПИК. Видели его? Да, к счастью, у меня сейчас другой облик. Кстати, передо мной можешь не прикидываться. Значит, ты наконец заметил. Трудно поверить, что от кого-то из нас могла зародиться такая сила. Но тебе неплохо удалось вжиться в роль. Что? Не с первой попытки. Бывало такое, когда... Когда у меня срывались языковещи, которые мне в те моменты прошлого знать не полагалось. Интересно. Любопытно узнать, что это были за моменты. Но это происходило несколько раз. Первый раз был, когда Фрея хотела рассказать о неожиданной встрече в лифте. Следующий раз был, когда сюда впервые зашла Рэйчел. Последняя ошибка была во время твоего второго визита. Да, еще был тот раз, когда Фрея одобрили ей черновик. Покажешь мне? Полагаю, ты знаешь, как я общаюсь со своими. Не доводилось пробовать, но сейчас разберемся. Вы прошли основной сюжет игры, но это еще не все. В смысле? Не все. А, подожди. Что это было в конце? Она тоже? Я правильно поняла, что она... Ух ты, какая красивая. Как красиво. О, блин, как миленько. Давайте просто так быстренько пройдемся. Серьезно? Ой, что-то закрытое. А что закрытое, блин, почему? От меня тут еще и что-то зависело, я не пойму. Ой, как прикольненько.
О, какие арты классные, блин, арты огонь. Мы будем смотреть это. Я сейчас вообще не выкупила прикола с тем, что было в конце. Мы играли тоже за инопланетянку? Я поняла правильно? Это было максимально неожиданно. Это было максимально неожиданно. Это... Я не знаю, это было максимально неожиданно. Прям. И Нил, конечно, прикольный. Прикольный образ сделали. Мне нравится его конечный образ сейчас. К слову, на секундочку, есть вторая часть, которую мы тоже будем проходить, я полагаю. Ну, типа... Не, я в шоке с конца. Типа, что? Что это было? Так, комикс. Я просто промотну. Если захотите, поставьте паузу, почитайте. А, мы это видели, по-моему, да? Блин, это прикольно. Комиксы, вот это все, конечно, прикольно очень. Концовка, еще раз говорю, просто меня выбило сейчас. Прям неожиданно. Максимально неожиданно. А что за режим бариста? Я просто нажму, я, если что, этого делать не буду. У нас просто время немножко остается, а я по приколу поклацаю на то, что могу. Пока высказываю свое мнение. Скажу так, игра своеобразная, она не можно сказать, что она прям обычная, нет. Делаю какие-нибудь напитки, да. Типа, игра такая, не самая стандартная, я бы сказала, по крайней мере для меня. Может быть, я ошибаюсь. Ну, я не часто играю в такие. Я не могу сказать, что она прям шедевральная, или что она, ну, вообще огонь-огонь. Нет. Она... Ну, она неплохая. Она неплохая, и с концом я вообще офигела. С концовкой я реально выпала. Типа, если до этого я играла, ну, типа, да, интересно смотреть за некоторыми моментами. За тем, что у кого какая история, было интересно наблюдать. Особенно Нил вообще супер интересный чел. Но были моменты, которые меня, возможно, немножко мутили. Ну, подбешивали. Хотя я бы не сказала, что сильно. Хотя нет, я бы даже не сказала, что такие моменты были. Окей. Откат. Отбрасываем то, что я только что сказала. В принципе, все нормально. В принципе, в целом. Что еще? Ну... На самом деле, я думаю, что если бы не концовка, то впечатление от игры мое было бы не такое хорошее. А концовка прям подтащила неплохо. По крайней мере, для меня. Потому что это было неожиданно и... Ну, забавно, забавно. Ничего не скажешь. Ладно. В общем, тогда давайте пишите, как игра вам. Что вы поняли, что не поняли. Может быть, я где-то что-то ошиблась. Может быть, я где-то что-то недопоняла. Вполне себе вариант. И в целом, понравилась ли вам она. Вторая часть будет, думаю, сироп от кашля. Вот здесь сироп от кашля. Думаю, уже будет скоро. На днях. Спасибо вам, Тинчата, за просмотры. Подписывайтесь на канал, на Инстаграм, на Твич. Так что ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.